общем, мои все спят, а я сейчас в 6 часов утра, на часах вот видно, нет, лечу в Мюнхен. Сейчас еду в аэропорт и сама поеду в Мюнхен на недельку. Поехали с нами. Я покажу, насколько я здорова. Я еду на health check-up. Я уже приехала в аэропорт, у меня очень классная прическа, волосы высохли, теперь дурдом. В общем, я лечу на недельку без детей и мужа, а вы отдыхайте без меня. Делюсь с вами, как меня вчера обрадовали Макс и Катя. Они мне дали с собой денежку, чтобы я могла себе купить какой-то снэк или кофе. Сейчас вам покажу, как еще красиво Макс это оформил. Вот эти 5 фунтов дала мне Катя. Это с ее заработанных денег. Вы же знаете, что она зарабатывает денежку за то, что снимает видео. А вот тут где-то... денежка, которую мне приготовил Макс. Сейчас я вам покажу. Ой, он прям так ее замотал прикольно. Ой, зима, это конфета. Поснак at the airport. Orange juice. Что-то полезненькое. Какой-то смузи. Мяу. Это Максимина тема. И конвертик с денежкой. Ух ты! Сколько денег? 1, 2, 3. Тоже 5 фунтов. Катя, ну как денежки? Вот так вот. Я буду гулять сегодня на 10 фунтов. Спасибо, сын. Очень красиво придумал. Все, я уже иду в самолет. Не уверена, что внутри получится поснимать. Поэтому увидимся в Мюнхене. Теперь идем где-то, мы должны встречать такси из отеля. Попробуем себя сейчас найти. Меня встретил водитель, везет мой чемодан. Все, я еду в такси. Сейчас быстро поселюсь в отеле, покажу вам рум-тур. И потом пойдем где-то пообедаем. Та-дам! Я в Мюнхене! Я наконец-то сняла маску, вышла из машины и захожу в отель. А вот и мой отель. Ура! Ой, какой отель! Ой, тут даже есть такая вот зона комфорта. Будем приходить сюда. Та-дам! Идем поселяться. Оп, тут нет. Привет! Всем доброе утро! Расскажите, где наша мама? Где мама опять? Точнее, мы с мамой поменялись ролями. Теперь я сам с детьми дома неделю, а мама уехала в Мюнхен. Это запотела машина, холодно просто. Мы начинаем день, неделю без мамы. Да. Чем будем ужинать? Ты хотел какой-то авокадо-салат, а рецепт ты мне дал? Нет. Мне надо список ингредиентов. Окей. Напиши мне сейчас в WhatsApp или в Вайбере, чтобы я мог купить. Я мама, которая там нет. Да, и пока собака. Мы обычно машем. Мама, собака, пока-пока. Но их нет. Что, мы уже едем в школу? Да. А посмотри, какой туман в парке, а? Красиво. Ты готова идти уже в школу? Да. Давай, хорошего дня тебе. Да.
Пока. Алло, Макс завален. Короче, это я еще не вывез из коробки. Мы снимали с коробочный этот челлендж. У меня полный багажник макулатуры. Ты что не идешь? Потому что еще рано. Ага. Это Катя решила раньше пойти, чтобы погулять, да? Да. И поиграть. А мы, значит, что, сидим еще? Да. Та-дам! Короче, это я Катю уже встретил со школы, и она вот на площадке вылезла на домик. Привет, Катя. Привет. Это мы, короче, целый час тут должны сидеть, ждать Макса, пока он закончит дюдо. My little doggo. Мы вернулись домой, дождались Макса с дюдо и вернулись домой. Все, сейчас идем готовить еду. Привет, little doggo. Самая прекрасная собака в мире. Короче, Макс решил сегодня какой-то собственный салат приготовить, да? Это не собственный. Ну, по собственному рецепту и сам решил готовить. Авокадо-салат. Да, Севака, ты будешь авокадо-салат? Будет авокадо-салат, она все любит. Ну все, пошли готовить еду. Пошли готовить ужин, я голодный уже. Мамы нет дома, нам приходится самим готовить. А вот и номер, где я буду жить. Сейчас посмотрим, что там у нас есть. Та-дам! Ой, симпатичненько тут. Прекрасненько тут. Ой, у меня большая кровать! Я тут буду спать! Пас. А что у нас с видом? Давайте посмотрим. Вид, конечно, такой себе, ладно. Лучше закрыть. Так, тут у меня есть телевизор. Привет. Еще у меня тут есть... О, кофеварочка есть, класс! Даже чипсы есть. Небольшой мини-бар. О, туалет. Туалет и ванна. А, надо включить, наверное, свет. Так. Ку-ку, это я. Ну что, можно размещаться и ложиться отдыхать. Я пришла в то же заведение, чтобы мне посоветовал Андрей. Он тут попробовал вот такую вот вкуснятину. Как раз вот очень диетичный продукт из свинины. Ну ничего, попробуем и заедим вот таким вот красивым салатиком. Вау, тут дядечка играет, так красиво. Уже был привет. Хочу показать, что мы будем кушать. Расскажи, Макс, что это за салат? Авокадо-салат. Это по Максиминому рецепту. Макс мне подсказывал, что делать. Ну, мы сделали вот такой прикольный авокадо-салат. Только мы забыли фиги. Еще должны тут быть фиги. Это, то есть, инжир сырой. Ну, такой свежий. Еще у нас колбаски такие с рисом. И рис. Вот такой простой вот у нас ужин. Да, всем рисом. Приятного аппетита. Кстати, колбаски еще не все, еще более толстые в духовке. Да. Доброе утро, я уже проснулась. Сейчас пойду на завтрак, а сейчас смотрите, что я тут нашла. Посмотрите, что я тут нашла. Конфеты немецкие. Даже прецели, такие вот камушки прикольные. Класс, ух ты! Ой, это, наверное, для взрослых. Классно, даже можно будет как-то видео сделать таким. Ой, вкуснятинка. Как раз, чтобы перед завтраком так вот себя раздразнить. Марципанками вкуснющими. Сейчас я буду кушать, сейчас меня покормят. Это мой первый и последний прием на сегодня пищи. И я целые сутки буду голодать, чтобы мне завтра сделали анализы. Короче, вторник, второй день без мамы. Мы только вернулись домой. И что мы делаем? Мы прогуливаем нашу самую прекрасную собаку в мире. Ну что ей нужно походить, понюхать чужие заборы и поделать лужи. Макс заказывал, чтобы сегодня мы делали свою пиццу, правильно? Да, но у Кати оказалось клуб, чтобы долго не ждать, мы решили пиццу перенести на завтра, да? Да. А сегодня что мы будем есть? Суши. Мы заказали суши. Вот такой вот папа-повар по дороге из школы заказал суши, поэтому скоро они приедут. Как раз мы погуляем. А Катя что не пошла гулять? Ты куда пошла? Ну давай, он уже вышел. Иди забирай. Бай-бай. Макс, спускайся. А ты в моих шлепках ходила? Да. Вот дает. Все, идем наконец-то кушать. Да. И что там у нас есть? Кто что заказывал? Все?
Это мисо-суп. Мой. Вот такой шикарный салатик, мой любимый. Кстати, вот это очень острое в спайси-соусе. Потом, это Максимина, похоже. Точно Максимина. Это с креветками, это якисоба, это вареники эти, гиоза японские. И это тоже Максима еще. Макс, ты пока придешь, мы уже все съедим тут. Хило, держи, это тебе. Приятного аппетита. Спасибо. Макс, рассказывай, чем мы занимались до поздней ночи? В Монополи играли. Мы играли в Монополи. Катя проиграла немножко раньше. У меня была очень крутая позиция. У меня были вот три отеля даже вот здесь. Только мне повезло. Да, вот они. И папа мне дал купить вот тут три отеля и вот тут по три домика. Короче, Макс выиграл. Ей! Да, он очень... Сначала я был в более выгодной позиции, но потом как-то он раз-раз-раз... Сначала я, потом ты, Катя, потом... А потом опять потом я. Потом ты, потом я. И потом Макс реально всех в зуб. Короче, всем пока, спокойной ночи временно, да. Продолжимся где-то, может быть, завтра. Кстати, мы планировали делать пиццу самостоятельно после школы, но дети сегодня что-то не захотели. Это будем делать завтра, и это покажем на видео, как мы самостоятельно питаемся и как мы делаем. Я уже пришла в клинику. Сейчас мы будем делать анализы. И я вам потом расскажу, насколько я здорова и что со мной происходит. Если вам очень интересно, конечно же. Я здесь. Ожидаю. Я сделала все процедуры, сдала анализы и пришла сейчас. Буду есть вот такую вот вкуснятинку. Мелкти с бабушками. Катя и Макс любят такое. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay. Приятного мне чаепития. Вкуснятинка. Сейчас я выйду, буду пить. Хай, привет. Это у Кати так закончились уроки, да? Короче, Макс тоже уже пришел. И смотрю, никто не спешит идти домой. А мы пиццу поедем делать сегодня или нет? Да, поедем. Вот наши ингредиенты. Будет с курицей, с хэмом и с салями. Это их кто как хочет. Но обязательно это соус и сыр. Да? Пиццолы, готовы? Готовить сами себе ужин. Кстати, скалка, вот тебе тоже, Макс, есть такая вот маленькая. Катя себе большую стырила. Ну все, делайте форму. Вот как сделаете, так и получится. Палочку, да, эту. Тебе соуса достаточно или больше, может, лучше? Макс! Он сейчас тебе отдаст. Давай, только быстро, не дразнись. Кстати, соус, да аккуратно, не размазывай его. Он не должен выходить сюда, он будет гореть здесь. Старайся, чтобы он весь, был весь на пицце, и чуть-чуть белой корочки оставляй пиццы, не намазанной. И из холодильника. Красиво. Йогурт. Только я не знаю, как оно испечется, будет красиво, но пока красиво. Я еще не пока хэма. Так, короче, все на хэм напали, а ананас, курица, пепперони. Сейчас, пока. Будь готь. Будь готь. Вот, мы тут готовим пиццу, и вот ингредиенты. Попробуй, пожалуйста, как тебе курица? Можно ее использовать в пиццу? А? Ну куда ж ты ушла? Это значит так. Можно? Вкусно? Подходит? А сыр у нас хороший для пиццы или нет? А ну, сейчас мы с Гуччи спросим. Гуч, скажи. Так, вот такая вот красота у Кати получилась. Давай, открывай. Я, честно, за ручку можно дернуть. Дергай, дергай, ничего страшного, она не холодная, не горячая. Так, все, отправляем в разогретую предварительно духовку. Мы посмотрим потом, что у нас получится. Это ты так пиццу готовишь? А, ты вместо Гуччи пробуешь ингредиенты? Почему? У Макса курица, не курица, а уже вот ананасики есть. Мне кажется, много соуса, сыра больше надо. Макс, капец, Макс, любитель соуса. И что, ты еще будешь добавлять или уже готово?
еще немного сыра. А что будешь? Там пепперони ты хотел или нет? Я готов. Один кусочек? Да. На всю пиццу? Ну окей, давай в духовку ее. Все, две пиццы в духовке, ждем минут 10. Катина пицца уже готова. Максим на еще пару минут, он положить начал. А может уже и готова? Реально? Смотри сюда, корочка уже подгорела даже. Ага. Тоже готова? И твоя, кстати, ездит уже. Ха! А какая лучше выглядит? Какая лучше выглядит, надо спрашивать у зрителей. Ну, мне нравится вот это, как украшено, с ананасиками. Хотя, вот это ярче, а вот это... Хотя это пиццерии. Тоже красиво. Короче, все, ешим. Вот это ярче, а вот это больше к пиццерии. Сначала Катину? Да, давай, можно пробовать Катину. А, кстати, можно я тоже и тот попробую? Да. Пицца сделана своими руками, реально. Вот, пробуем. Очень сырная, очень вкусная. Очень сырная, Катя сыра не пожалела. Смотрите на этот слой сыра. Да, теста почти нету. Один сыр. Ну все, едем и пробуем Максимину, окей? Вот, мне с кусочком даже колбасы. Кстати, у него такая корочка крутая получилась, надулась. Слушайте. Ну, говорите, какая вам лучше понравилась? Окей. Короче, мне понравились обе. Все, очень классная пицца, очень вкусная. И легко, кстати, делать. Очень быстро делается, скажите. Все, всем приятного аппетита. Кстати, завтра мама приезжает уже. Да. И завтра собака наша идет на груминг. Она вернется самой красивой и самой прекрасной. Все, я на сегодня закончила. Сейчас буду отдыхать. Ого. А потом пойду на ужин. Сейчас причесочку сделаю, макияж и пойду в ресторан. Буду сама ужинать. Итак, товарищи, я пришла в ресторан. Сегодня у меня последний вечер в Мюнхене. Я сама уже без деток и с мужа. Смотрите, что я себе заказала. Тунец с авокадо. Вкуснятинка. Ну, пожелайте мне приятного аппетита. А завтра я лечу домой к деткам. О, мои хорошие, я за вами соскучилась. Мужечка мой, я тоже за тобой соскучилась. Я даже постриглась тут в Мюнхене. Хорошо мне? А ну-ка ставьте лайки, если красиво. Я себе нравлюсь. Ну что, я покидаю Мюнхен, потому что уже пора ехать домой. Меня проверили, ничего мне не нашли. Я жива, здорова, в общем, могу продолжать наслаждаться жизнью. Все хорошо. Теперь лечу к детям. Теперь лечу к детям. Все, я уже в аэропорту, ожидаю свой рейс и лечу к деткам. Что я купила на 5 фунтов, которые мне Макс дал, сейчас вам покажу. Вот такую булочку. Все, лечу домой. Короче, четверг, мы едем в школу. Мама сегодня уже прилетает. Смотрите, как наш мистер Макс ездит в школу. Лежа. Все, я прилетела. Ура. Еду встречать своих деток. Я их не видела 4 дня. А вы посмотрите, как меня встречали в аэропорту. Я буду ехать не на такси, а на шикарной старой машине. На старой, на VIP-сервисе, VIP-трансфер. Меня встречает вот такой вот красивый водитель. Самый хороший в мире водитель. Где твоя машина? Где-то. Может, там уже стоит Rolls-Royce? Cullinan? Да. Bentley Bentayga? Я, кстати, хотел купить Bentley. Я позвонил, уже ехал выбирать, забирать точнее. Они говорят, ой, сори, вы знаете, мы ее вчера продали. Представляете, поэтому, приходится ездить на старье вот это. Так что, welcome к дому. Прошу, присаживайтесь. Спасибо. Итак, мама уже крутая, в очечках, в машине. Едет домой с водителем личным. Личным. Скучали? Конечно. Все, а теперь надо ехать время. Деткам сказать привет, а то я за ними тоже соскучилась. Едем за детьми. Сейчас будет реакция. Ура, мамочка приехала. Пока.
пока наша собака на груминге приводит себя в красивый вид, мы пришли за детьми. А ты рассказывала на видео, что у вас будет собака красивая? Да, я думала, что мы, что ты ее уже видишь красивую, но ты раньше чуть приехала, не успели постричь. А кто это тут внизу? Привет, мамуки! Идем покупать костюмы на Хэллоуин? Да! Давай, собираемся. Забирай вещи, пойдем за Максом и погнали. Кто там идет? Кто это там идет? Кто это там идет? Привет, моя козипопулька. Школьная пусюлька. Как дела? Ну все, детей забрали. Сейчас мы поедем их приоденем на завтра, накормим и будем отдыхать. Что это за красота там такая, собака моя после груминга? Будь здорова. Собака. Все, мы теперь все в сборе. Да, и с новым котенком. Макс купил нового котенка. Вот. Покажи. Да. Мужчина, это 26-й уже. Да. Короче, товарищи, можно сказать уже лайк. Мы наконец-то собрали все вместе, и мы на следующей неделе едем в новое путешествие. Да. Да, а сейчас обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. И всем хороших собак. Всем пушистых собак. Собака опасная, Альва Сэмэ. Соскучилась, да, за мной?